Во всех районах Твери идут работы на объектах, благоустройство которых проводится в рамках программы поддержки местных инициатив. В текущем году будет реализовано 6 проектов. Так, жильцы дома номер 17 по улице Хромова решили обустроить парковку. А в переулке Трудолюбия у дома номер 4, корпус 2, ведется ремонт придомовой территории. Ход работ контролируют сами жители, а также специалисты районных администраций и представители общественности. Программа поддержки местных инициатив работает в Твери, начиная с 2016 года. За это время активные горожане смогли реализовать почти 130 проектов на своих территориях. Возле дома номер 4, корпус 2, в переулке Трудолюбия, завершается асфальтирование придомовой территории. Здесь производилось фрезерование первым слоем старого асфальта, затем была укладка нового. Сейчас завершаются работы до устройства бортового камня и организации съездов и выездов. Жильцы этого дома участвуют в программе поддержки местных инициатив уже в третий раз. В предыдущие годы здесь провели озеленение и установили спортивную площадку. Вот хочется сказать спасибо этим жителям, спасибо жителям центрального района. Тем людям, которые не безразличны к окружающей своей среде, это, конечно, воспитывает и детей, вот жить в чистоте и в порядке. В Заволжском районе Твери на Хромова 17 жители дома большинством голосов решили обустроить парковку для автомобилей. Раньше весной и осенью на этом пространстве перед домом были сплошные лужи и грязь. И мы решили вот вступить в программу ППМИ и сделать здесь качественную стоянку для автомобилей. Ну, с помощью вот администрации, с помощью государства получается реализовывать эти программы. Программа поддержки местных инициатив – самый важный, самый интересный инструмент для реализации поддержки домов. То есть он показывает свое действие. И на примере этого дома, на примере многих других домов мы видим, как это реализуется. Сейчас в районных администрациях идет рассмотрение проектов ППМИ на следующий год, где жители планируют установку детских площадок, систем видеонаблюдения или ремонт дворовых территорий.